сказал, что Харитонов входит в тройку. Все так и получилось. Единственное, что я думал, попаду ему. Поддержите Адама, он помогал раскрутить этот бой. Я думаю, Александр Волков сильнейший тяжеловес мира. Джек Пол, Логан Пол, у них есть деньги, да. Могли подойти и сказать, можешь подстраховать? Да, да, было такое. Привет, друзья, меня зовут Вадим Тихомиров, и это наш разговор с Евгением Гончаровым сразу после его поединка с Адамом Богатыревым. Для тех, кто хотел прочитать это оперативно, есть мой телеграм и мой профиль на сайте matchtv.ru, где все выходит сразу же. Ну а видеоверсия, я полагаю, тоже кого-то заинтересует. Здесь мы говорим про Виталия Минакова и Сергея Харитонова, про то, куда планирует поехать Евгений после поединка, и как на него реагируют в ростовских качалках. Мой экспресс-разбор боя таков. Да, для Адама Богатырева поединок получился неудачным, но если вы по его выступлению судите, ну, например, об уровне лиги ACA, то тогда напишите в комментариях, а вот как вам Кёртис Блейдс в бою с Томом Аспиналом? Также у себя в телеграм-канале размещу реплику Адама Богатырева. Я дозвонился до него, поговорил и дал новость на сайт Матч ТВ. Подписывайтесь, ссылка будет над тайм-кодами. Ну и переходим к разговору с Гончаровым. Евгений, я вот задавал вопрос про Виталия Минакова. Я так сейчас еще посмотрел. Есть Сергей Харитонов, и, может быть, кого-то там заставит улыбаться эта кандидатура, но он на 3 года младше Йоэля Ромеро, то есть даже младше. А вам могло быть интересно с ним подраться, например? Да почему нет? Сергей, на самом деле, когда я только начинал, он в Прайде показывал крутые выступления, и он очень сильный боец. И я недавно меня спрашивали тройку лучших тяжеловесов за всю историю. Я сказал, что Харитонов входит в тройку. Кто вам кажется более мощным как оппозиция? Все-таки он или Минаков, например, если выбирать? Ну, я думаю, Минаков помоложе, он, наверное, помощнее. У него очень сильная база, просто ему нужно дать время на подготовку. Он очень опасный оппонент, может победить любого. С кем бы под него готовились? С кем бы готовился? Да, с Дмитрием Кудряшовым готовил бы бокс. В стойке, я думаю, был бы лучше, если бы он захотел бы бороться. Но со мной бороться, ребят, такое себе. А считается это таким глупым вопросом, но все-таки у вас финал гран-при тяжей. Интересно узнать, а какую тактику, в принципе, вы планировали? Вот что, чего ожидали от Адама и как думали, этот бой будет складываться? И сильно ли это было похоже на то, что получилось в итоге? Все так и получилось. Единственное, что я думал, попаду ему во втором или в третьем раунде, он упадет. Но он просто включил велосипед, и тяжело было поймать его. Он постоянно уходил на дистанцию. Был ли такой удар, который он выдержал и удивил вас этим? Я ему вскользь хорошо так зацепил. Скажем так, вскользь этот удар пришелся в нос, когда нос ему либо разбил, либо сломал. Ну, в нос я не видел, чтобы в нокаут отправляли. Вот. А так по подбородку, там куда-то в висок, в те области, куда приходит нокаут, я ему плотно не попал. Кто-то вот увидит же просто ролики перед этим боем, увидит там, что вы с Адамом подкалывали друг друга, а хочется это как раз закрыть тем, что Адам Богатырев для вас сейчас это хороший мужик, там, хороший парень, вы бы так могли, да, его назвать? Да нет, я ему сказал, Адам, я там сказал еще в октагоне, поддержите Адама, он помогал раскрутить этот бой, и интерес был на самом деле очень большой к этому поединку, не только благодаря мне, да, то, что я чемпион, а благодаря тому, что и он газовал. Он газовал, я газовал, мы делали раскрутку, мы сделали этот бой вместе. Поэтому ему тоже респект, я ему после боя пожелал всего хорошего. Ну, не скрою, вы выглядите в восьмиугольнике очень брутально. Ну, то есть вы крепкий, там, мышечный и так далее. А у вас с 38 годам после 25 профбоев есть травмы какие-то? Вот есть что-то, что вас там беспокоит в организме? Честно сказать, нет, слава богу. Нет, нет серьезных травм, слава богу, все отлично. И некоторые еще говорят, что ты бывает утром просыпаешься, и что-то все равно болит просто там от усталости или еще от чего-то. Вот опять же, когда там тебе больше 35, вы прямо на тренировке идете свежим, да? То есть нет такого, что там дольше восстановления, вот что-то такое. Я знаю просто, да, какой режим мне нужен. Я нашел золотую середину, как правильно тренироваться, совмещаю физику, бокс, борьбу, и я получаю удовольствие от тренировочного процесса. Я себя не изнуряю в межсезонье, и поэтому я так хорошо сохраняюсь. Я вам задавал этот вопрос зимой 22 года, и вы сказали, что там для вас Джон Джонс сейчас, вероятно, сильнейший боец в тяжелом весе. Прошло всего несколько там боев с того времени, а сейчас для вас Джон Джонс или Томас Пинал кажется сильнейшим тяжеловесом мира? Я думаю, Александр Волков сильнейший тяжеловес мира. На мой взгляд, да, и я считаю, что Волков 70-30 победит Гана и победит Тома Аспинова. А себя бы на какое место поставили? Второе после Волкова? Ни на какое не поставил бы. Я себя не хочу никуда ставить. Пока я здесь, я в России номер один. Если я буду за океаном, ну, там уже будем смотреть. Я считаю, что я могу с любым конкурировать. И Тома Аспинал, не вижу в нем ничего непобедимого.
Вы говорили, что было бы интересно в других дисциплинах себя попробовать, а в боксе представляете себя и думали ли о том, с кем могли бы побоксировать, попробовать? Да, с кем угодно бы попробовал. После спарринга с Дмитрием Кудряшовым, я думаю, попробовал бы с любым. И мой тренер говорит, что у меня очень тяжелые удары, особенно в 10-унцовых профессиональных перчатках, когда я бью, он говорит, очень тяжело, и я бы хотел бы попробовать. Я думаю, в боксе был бы нокаут, потому что в боксе не получится завязаться в борьбу или еще куда-то. Я хотел бы себя попробовать с любым. Учитывая, что вы там проходили через тяжелые спарринги с Кудряшовым, просто много времени отдали спорту, а вас смешит, когда вы видите, что Джейк Пол или Логан Пол, это там блогеры, ютуберы, что-то зарабатывают на боксе и, в принципе, выступают сейчас в боксе? Ну, эти люди изначально, Джейк Пол, Логан Пол, у них есть деньги, да, они там знаменитые блогеры, они хорошо зарабатывают на ютубе, да, скажем так, на своих каналах, и они сами себе делают эти бои, они сами их оплачивают, создают все это шоу, поэтому... Они сами платят себе гонорар, можно так сказать, с одного кармана перекладывают в другой. Так вот, если по визуальным оценкам, сколько бы они с вами простояли? Ну, один кто-то из них. Ну, я не знаю, честно говоря, я за их творчеством не слежу. Я видел, что они старых UFC-шников побеждают, а так, ну, я думаю, побил бы их, конечно, обоих. Три последних вопроса. Я люблю к своим интервью возвращаться иногда. Вот я вас позавчера спрашивал про дочку, да, и вы говорили, что она следит. А успели с ней связаться? Была ли какая-то связь? Смотрела ли она этот бой? Я сегодня ей сказал, доченька, жди меня, я привезу два новых крутых пояса. Она счастлива, безумно, говорит, папа, когда мы поедем на море в красивый отель? Я говорю, я завтра приеду, и мы собираем вещи и выезжаем. А наверняка вот по курортам или там по морю, вы просто про это тоже говорили, там есть какой-нибудь такой гештальт, то есть какой-нибудь курорт, который там раньше не могли себе позволить. А вот что это может быть, там Мальдивы, там Тенерифе, Таиланд, какое-нибудь очень хорошее место. Вот что вам пока чисто так на уровне ощущений кажется прикольным было бы посетить? Ну, все, что ты сказал, в принципе, я бы туда съездил с удовольствием, но у меня маленький ребенок, 5 месяцев, сын, и я думаю, сына туда везти не очень будет благоразумно, поэтому Черноморское побережье, встречай меня. Как у вас выглядит первая тренировка после боя, вот обычно, что это такое, что вы делаете? На лайте прихожу покачаться, немножко поработать на мешке, на лапах и все, в свое удовольствие. А было такое, что вы приходили в зал, и там обычные мужики тренирующиеся на вас смотрели и думали, что вы тоже просто там крепкий парень, который пришел покачаться, там заводили разговор какой-нибудь, там сколько поднимаешь и так далее? Да, конечно, было. Я в Ростов, допустим, переезжал в фитнес-зал покачаться, там никто не знал, что я там чемпион, и как бы там смотрели как будто просто на какого-то качка. Могли подойти и сказать, можешь подстраховать? Да, да, было такое, да, конечно. Понял. Евгений, спасибо вам. У вас крутой был бой, правда. Приятно за вами смотреть. Спасибо большое. Удачи.